Добрый день, здравствуйте. Сегодня маленькая посылочка. Раскоропинг. Посылка маленькая, но ждал я ее, блин, долго-долго. Почти полтора месяца шла. Ну да ладно. Главное, что дошла. А, вот такая вот штука. Космические технологии. Красота. Чего-то на 1300 градусов. Ага. О как. Давайте поглядим. Ну, что я могу сказать, да? Трубочка блестящая, пластмасса шершавая, цвет оранжевый. Что-то крутится, что-то нажимается, что-то куда-то, видимо, одевается. Попробуем. Специально прикупил вот такой газ. Все сезоны написано. Зима же скоро, да? Пусть будет все сезоны. Так, это сюда, это вот. Замочек есть. В какую сторону, интересно, вправо или влево надо крутить? Кто знает. Видимо, так, да? Так. Яркость больше-меньше. А, заработало. Самый главный прикол, для чего я ее брал, это то, что можно переворачивать вверх ногами. Да? То есть в любом положении на 360 градусов. Отлично, все работает. Регулируется в небольших пределах, но регулируется яркость. Ну, в принципе, нет, почему маленькая вот такая, не видно, не плохо, наверное. Вот маленькая гоняет, можно побольше. Поменьше. Ну что, замечательно. Так, тушим. Вот. За счет чего достигается все переворачиваемость, да, и продолжение гореть. А вот если присмотреться, вот здесь внутри, видите, в горелке трубочки есть. Трубочки. То есть, как в настоящей паяльной лампе, газ проходит сначала по трубочкам, разогревается, только потом попадает в сопло и горелка, да. То есть, жидкая фракция никак не может попасть в сопло, поэтому при переворачивании не происходит выброса пламени, да, как на дешевых горелочках. Вот таким вот образом. Не помню сколько. Примерно 500-600 рублей она стоила на Алиэкспрессе. Ссылочку предоставить не могу, потому что даже не помню, откуда я ее получал, где ее выписывал. Как-то сидел ночью, ковырялся. А ковырял-то чего? Виталий Каховка похвастался, что он взял себе горелочку, которая может работать в любом положении, что очень удобно, да? Ну и я тоже на это дело посмотрел, как говорится, да? И мне понравилась эта вещь. Ну и тоже решил себе прикупить. То есть, я говорю, где-то она, ну, обошлась 470, по-моему, рублей она мне, да, то есть доставка совсем, я на какую-то акцию там 20% еще нарвался. То есть вот таким образом, так что у нас теперь есть горелочка, можем осваивать какие-нибудь, я не знаю, оловянно-паяльные технологии, да, или брошировать древесину. Ну, верстак у меня очень старый, да, можно его обсмолить, почистить, красиво будет. Ну, в общем, вот такая штучка. Такой маленький-маленький ролик, просто захотел похвастаться. Ну, а на этом что? На этом всем-всем-всем большой привет, ну и до свидания. Ну и что, ребят, наверное, после горелочки ролик маловатый получается, да? Сделаем маленький по скриптам или продолжение его, ну, чтобы ролик как-то побольше получился. Значит, у нас есть вот такая коробочка. В коробочке заложен вот такой чертеж. Вот такой чертеж. Вот эти кружочки, это вот эти штучки. Вот такие штучки. Вот есть простые штучки, не поворотные, а есть вот с поворотами, еще и с тормозами. Вот как-то тут зажимается, прижимается, в общем, с тормозами. То есть, вот эти кружочки, это вот эти штучки. Понятно. Нам надо сделать тележку. Ну и еще к этому набору, значит, в комплекте были вот так, ну не знаю, метров 6, наверное,
профильные трубки 20 на 20, то есть имея трубочку, колесики, надо сделать такую небольшую тележку. Ну что, приступаем. Ребята, крашу с баллончика чисто для камеры, сразу говорю. Штука эта будет работать в помещении, ее можно вообще было не красить. И для подсобных работ, это для стройки она нужна. Но так как работаем на камеру, должно быть все красиво. Красим. Ну вот, ребят, в принципе, и все, тележка у нас получилась. Ну, то, что где-то мы там забрызгали красочки, это абсолютно не критично, я говорю. Это будет работать во время стройки. Будем на нее грузить вот эту фанерку, поставим сверху, на нее будут просто ставиться мешки с мусором, да? Когда таскать по квартире там или еще где-то дело, идет ремонт, и чтобы не шкарябать полы, да? Ну, такая, там, мешок с цементом бросить или еще что-то. То есть, чисто
тележка для подсобных работ. Здесь или ручка потом приварится, еще посмотрят, да, ребята подумают, как это будет сделано. Или просто веревочкой привяжутся, или просто ногами даже будут пинать, и будет она кататься. То есть вот такая вот тележка для подсобных работ. Ну, работа прочненькая, да, буквально тут сколько мы, ну, минут 40 мы, может быть, на нее затратили. Так что, если вам нужны тележки, берете трубочку 20 на 20, колесики, режете, варите, с баллончика красите, получается вот такая красота. Ну и на этом теперь действительно всем-всем большой привет, да, покупайте себе газовые горелки, стройте себе тележки, то есть снабжайте себя необходимым для вас в вашей жизни инвентарем. Ну теперь действительно всем большой привет, вот прям большой привет, ну и пока.